Установка SNPC на Epson PXS740. Поставьте чернильные емкости SNPC справа от принтера. Подключите устройство к электросети и включите его. Поднимите крышку принтера. После того, как каретка окажется в положении замены картриджей, отключите принтер от электросети, вытащив шнур питания. Вставьте блок картриджей в каретку и надавите на них до характерного щелчка. Установите держатель приблизительно на середине панели. Закрепите в нем шлейф. Передвиньте каретку сначала в крайнее левое, а затем в крайнее правое положение, проверяя, не перекручивается ли шлейф и не мешает ли он ходу каретки. При необходимости отрегулируйте длину шлейфа. Извлеките маленькие пробки из отверстий на резервуаре с чернилами и установите на их место воздушные фильтры. Это рабочее положение SNPC. Обязательно сохраните пробки для дальнейшей транспортировки принтера с установленной SNPC. Заблокируйте датчик открытия крышки. Закройте крышку принтера. Подключите печатающее устройство к сети и включите его. Если на экране появится сообщение о необходимости замены картриджей, поднимите крышку принтера и разблокируйте датчик открытия крышки. Когда каретка окажется в положении замены картриджа, нажмите кнопку обнуления. Заблокируйте датчик открытия и закройте крышку принтера. Переходим к печати тестовой страницы. Загрузите бумагу в лоток. Распечатайте тест DIOS. Для этого в меню устройства выберите меню, Maintenance, Nose Check и кнопку OK. Хорошей вам печати!